Сегодня в здании ВАИРа стало красочнее, чем обычно. Стены и стеллажи холла украшены работами сочинских мастеров и учеников школ. Посмотрите, есть на что. Кроме уже многим известных техник, таких как, например, батик, есть и работы из кукурузы. Эта мексиканская техника позволяет сделать из стеблей листьев, злака, множество поделок и даже одежду. Присутствует и новогодняя тема. А в некоторых работах бросается в глаза не только художественное исполнение, но и изобретательская смекалка. Например, работающие часы из старой сковородки. Но о защите прав на свои работы умельцы не забывают. На все есть патенты. Ребенок уже идет во взрослую жизнь и осознает, что это изделие сделано он сам. И он уже, даже если в дальнейшем он в профессиональной жизни выберет себе достойную профессию, какую-то творческую, он сможет уже не только придумывать какие-то новые техники, он уже будет знать, как это представлять правильно. Он будет знать, как защищать свои авторские права. Может быть, он придумает какую-то новую технику. В рамках выставки сочинские мастера будут проводить мастер-классы для юных художников. Посмотреть работы можно до 14 ноября в здании сочинского отделения ВАИР на Курортном проспекте.